Итак, давайте вернемся к развитию печати в XIX веке. Я уже говорил об одной из важнейших особенностей развития прессы в постнаполеоновскую эпоху во Франции и, в принципе, в Европе. Это становление концепции свободы печати. Свободы печати как свободы от правительства, от власти, как свободы выражения мнений и как свободы издательской деятельности. Во-первых, таким образом, это свобода юридическая от власти, и в этом смысле независимость от власти, известная, пусть относительная. Вторая – свобода выражения мнений, важная тоже миссия. И третье важное положение касается возможности для прессы играть роль в политической жизни общества. Эта пресса в XIX веке становится массовой, и принятие законов о печати, юридическое оформление свободы печати было очень важным моментом. Во-первых, потому что оно определило во многих странах юридический статус печати, журналистов, и признала печать как важный инструмент общества, как важный элемент развития общества, как важный элемент структуры всего общества. Газета стала общеизвестным и доступным в той или иной степени большой аудитории инструментом. Культура в XIX веке существенно изменилась в результате развития печати. То, что раньше было доступно только элите, способной покупать за большие по тем временам деньги газеты и журналы, в XIX веке стало доступно массам. Культура, даже культура не только политическая, но и художественная, приобрела массовый характер. Появились писатели, которых знали в стране все, кто читал газеты, и появились писатели, которых знали во многих странах. Меняется характер культуры и культурного обмена. И юридическая составляющая, законы о печати, которые принимаются, с одной стороны, ограничивают свободу печати, но даже ограничивая свободу печати, они признают важность самого принципа свободы печати. И даже те, кто строит всякие уловки для того, чтобы лишить журналистов и издателей газет и журналов свободы полной, они признают, что, вообще-то говоря, свобода является необходимым элементом и инструментом общества, свобода печати. И свобода печати, таким образом, становится важным элементом культуры, общественной жизни и всего существования общества. И признание этой свободы в результате принятия законов о печати, вот во Франции мы с вами это уже рассмотрели, затем чуть позже был принят аналогичный закон в Германии, и даже в России, где существовало самодержавие, по примеру немецкого закона, почти полностью был переведен на русский язык и немножко переделан, в принципе признавалось, что печать должна существовать, должна издаваться. Пусть свобода ее ограничена, но признание роли, места печати и даже стремление ее ограничить было тоже ведь признанием силы печатного слова. В этом смысле XIX век был веком газеты, журнала, но прежде всего газеты. И вот в это время законодательство, которое появилось о печати, было важным шагом в укреплении позиций газеты, в закреплении их юридическом. Второй важный момент, на который я хотел бы обратить внимание, изменился характер издательской деятельности. Если газеты в XVIII веке и в начале XIX века в основном издавались для политической элиты, они стоили относительно дорого и не приносили больших доходов
издателем, то в XIX веке газеты приобретают массовую аудиторию. И здесь было две волны развития массовой прессы. Но ясно, что газеты завоевывают читателей. И завоевывают читателей по-разному, на разных этапах. Первый этап развития массовой прессы был связан с появлением дешевой бумаги и новых печатных машин, прессов, которые позволяли увеличить тиражи газет. И технически появилась возможность для большего числа просто номеров газет, которые могли бы издаваться. И в это время в двух странах одновременно появляются такие массовые газеты. Это во Франции газета под названием «Voleur». Вы знаете, что такое «Voleur»? Нет? Но среди вас явно есть «Voleurы». «Voleur». Что это означает? Правильно, жулик. «Voleur». Эту газету издавал Жирарден в 1830 году. Жирарден. И первая такая, по существу, первая в Европе и в мире массовая газета носила характерное название «Жулик», «Вор», потому что автор и один из авторов и издатель материалы в основном воровал из других газет, которые издавались небольшими тиражами, перепечатывал их в своей газете, она издавалась как ежемесячная газета, и зарабатывал. Он стал, разбогател на издании этой газеты и стал думать о новых предприятиях. Но вот этот «Voleur» открыл эпоху и выявил, с одной стороны, возможности массовых изданий, а с другой стороны, очень серьезную проблему, которая существует до сегодняшнего дня. Эта проблема называется интеллектуальная собственность. Вы написали статью, вы получили за нее гонорар. А пользуются этой статьей другие. Другие могут ее перепечатывать. Это называется плагиатом и нарушением авторского права. Кража. Но здесь, по-моему, Жирарден стремился обойти эти обвинения. Но тогда авторское право не было серьезно развито. И он некоторое время спокойно этим воровством занимался. Но это воровство продолжается и до сих пор. И многие из вас участвуют в этом воровстве, интеллектуальной собственности. Есть такое место, центр воровства в Москве. Как оно называется? Интернет. Интернет, это правильно. Но это дома у вас, вы воруете, находясь дома. Но в данном случае тот, у кого вы воруете идею, он понимает, что у него могут украсть. Это все равно, что оставить сумку с деньгами на улице. И если их не заберут, это удивительно. Многие еще издеваются над другими, подкидывают кошелек, и у него что-то еще кладут, люди хватают его. Но в данном случае речь идет о воровстве не по интернету. Есть в Москве магазин или базар, или рынок, где продается исключительно ворованный товар, интеллектуальная собственность. Он имеет свое название, и те из вас, кто любит DVD, CD и прочие, ходят на этот рынок и участвуют в этом массовом воровстве. Этот рынок называется «Горбушка». Кто из вас не был на «Горбушке»? Очень мало. А у вас свои «Горбушки». Хорошо. Так вот, это воровство в данном случае. Вы крадете не деньги, вы крадете не вещи, а вы крадете текст. Звук, музыку – это кража интеллектуальной собственности. Это очень опасно для журналистов. Вы пишете для того, чтобы выразить себя, с одной стороны, для того, чтобы заработать на жизнь, с другой стороны. И вдруг ваш дорогой продукт продают по дешевой цене, и еще вам об этом не говорят, и зарабатывают на этом деньги. И вот первым открыл
этот способ воровства наш друг и учитель Жирарден, французский предприниматель. Он, с одной стороны, открыл эту тему интеллектуального воровства и заставил задуматься людей над собственностью интеллектуальной, что кроме собственности материальной, кроме сапог, шляп, пальто, шуб и других, хлеба, мяса, молока, имеется еще и книга, которая тоже собственность. И, может быть, эта кража не так заметна, книга. Некоторые есть люди, которые считают, что если они взяли книгу у приятелей и не отдали, это тоже не воровство, но это воровство. И еще хуже воровство, когда речь идет не о книге, а о тексте, который присваивается. С одной стороны, это признание фактов, с другой стороны, это такое негативное признание ценности интеллектуальной собственности. Вы понимаете, что это важно. Получить DVD, и там есть некое содержание, которое вам нужно. Вы понимаете, что это серьезная собственность. И вот Жирарден использовал эту собственность для того, чтобы обогатиться. И он установил способ для обогащения других журналистов. Помимо, таким образом, выявления финансовых возможностей продажи итогов интеллектуального труда, можно и книги продавать, он установил закон издания прибыльной газеты. И с этой целью он предпринял эксперимент и в 1836 году стал издавать газету «Пресс». «Пресс» или «Ля Пресс», ну, обычно по-русски ее называют «Пресс». 1836 год, дешевую газету, дешевую и очень прибыльную газету. Он посчитал, что газета может стать прибыльной, если для ее издания применяется помимо текстов традиционных еще и реклама. И за счет рекламы, установил он, можно окупить издание газеты и, кроме того, даже получить прибыль. Он выявил закон печати современной, закон, связанный с ее экономикой. Пресса продается сегодня не по той цене, в которую входят затраты на бумагу, на печать, а продается ниже этой цены, потому что в газете Жирарден стал продавать два продукта. С одной стороны, интеллектуальный свой продукт и продукт своих журналистов, писателей, тексты. А с другой стороны, продукт коммерческий, рекламу. Он стал продавать с одной стороны текст, а с другой стороны страницы газет для рекламы. Он торговал страницами, на которых печаталась реклама, и за этот счет, за счет рекламодателей, кому он сдавал в аренду эти пустые полосы и заполнял их объявлениями о лекарствах, о других товарах и продуктах, он получал огромную прибыль. И вот тут он установил закон так называемой тиражной спирали. В чем суть этого закона? Он, посчитав, сколько стоит издание газеты, он выявил, что имеются расходы постоянные, которые не меняются. Какую бы газету вы ни издавали, каким бы тиражом вы ни издавали ее, есть некоторые затраты, которые вы обязательно должны сделать. Это затраты на бумагу, затраты на печать. И здесь, сколько бы вы ни печатали, эти затраты остаются теми же самыми. Но есть и другие затраты. Есть еще люди, которые создают эту интеллектуальную ценность. Бумага стоит всегда одинаково. По килограммам ее продают. Типографские рабочие, ну, работает станок, и они у него стоят тоже, постоянная зарплата.
А вот есть еще журналисты, которые требуют, чтобы им платили деньги. И им за каждый труд, за каждую строчку и за каждую страницу можно платить всегда одну и ту же плату, один и тот же гонорар. А продавать эту страницу можно в одном экземпляре и в 2000 одном или в 200 тысяч одном экземпляре. Издателю это будет стоить столько же. А ну, журналист получит за одну свою статью один гонорар, а издатель продаст его столько раз, сколько у него экземпляров газеты издано. Он установил, что расходы на гонорар и расходы на здание, расходы канцелярские и прочие остаются обязательными, независимо от тиража. А в то же время цена тоже остается той же самой, но за эту цену можно продать один экземпляр, изготовление которого стоит определенные деньги, а можно продать 200 тысяч экземпляров. И вот здесь на разнице, на тираже газеты большом он получает прибыль. Вот эта разница между тиражом одного экземпляра, когда он оплачивает этот гонорар, и тиражом выросшим, увеличенным, большим тиражом, создает прибыль газете. Эти деньги платят за рекламу. И вот выясняется, что чем больше тираж газеты, тем больше экземпляров рекламы вы печатаете. И сдавая один и тот же квадратный сантиметр или квадратные дециметры площади, вы получаете большую прибыль, если эти дециметры издаются большим количеством тиражей, большим количеством экземпляров. И, соответственно, рекламодатель платит за каждый опубликованный текст, за каждый экземпляр. И получается, что чем больше тираж, тем больше доход от рекламы. И, соответственно, и тем меньше расходы на газету со стороны издателя. Получается, что, получая рекламу, он может снизить цену на газету. И, снижая цену на газету, он увеличивает ее тираж. Потому что если газету за 20 франков могли купить 10 человек, за 1 франк 100 человек, то за 10 су ее могут купить 100 тысяч человек. И вот, добиваясь за счет рекламы снижения цены на газету, он и вводит в действие эту тиражную спираль. Чем выше тираж, тем дороже реклама, чем дешевле газета, тем больше экземпляров можно продать, тем больше можно заработать. Это парадокс экономический, но в этом суть экономики газеты. Она строится на продаже площади под рекламу и на получении за этот счет прибыли, которая позволяет снижать цену на газету и, соответственно, давать возможность бедным и несчастным людям, работягам и студентам покупать эту газету по дешевке. И вот эта дешевая пресса становится источником больших богатств этого самого нашего изобретательного француза Жирардена. Он создает теорию этой массовой газеты, разрабатывает концепцию рекламной спирали. Я надеюсь, вы ее усвоили. Если вам что-то непонятно, пожалуйста, задавайте вопросы. Я вам объясню. Но вам важно понять, что реклама изменила судьбу газеты. Во-первых, она сделала газету прибыльной. Во-вторых, привлекательным товаром и выгодным бизнесом, в
который имеет смысл вкладывать деньги. И тут определилась вторая функция, очень важная газеты. Главные функции газеты – новости. Вы должны знать, что произошло в мире. Это главное, о чем должен думать журналист. Ну, он сообщает мнение, точки зрения, но прежде всего вы должны знать, что же происходит в мире, и журналист вам об этом сообщает. Но кроме этого, газета работает в экономике. Она позволяет продавать товары и дает возможность людям покупать товары, информируя о товарах. Получается как бы два вида информации. Одна информация общественно значимая, или культурная, или интеллектуальная и прочее информация. Информация как знание новое. Новое знание важно очень. А вторая функция – это ознакомление с новыми товарами. И есть люди, которые приезжают куда-нибудь в город или приходят, идут по городу. Одни смотрят на церкви, храмы, идут в музеи. А другие представители нашего замечательного населения, и вот наши, я подозреваю, некоторые здесь сидящие особы разного пола, они идут в магазин. И чтобы знать, в какой магазин зайти и что купить, существует реклама. И вот эта газета превращается, с одной стороны, в путеводитель по событиям в мире, а с другой стороны, в путеводитель по магазинам. И она вас ведет по магазинам и послушно выполняет указания торговцев, которые оплатили рекламу. И, соответственно, вы узнаете из газеты, где, что, почем можно купить. Газета начинает управлять вашим бюджетом. Она заставляет вас думать, где, какие вы купите товары, кофточки, сумочки, я не знаю, что там еще вы покупаете, сапоги, джинсы, и сколько на это нужно потратить денег, она управляет вашим бюджетом, она информирует вас о товарах. И вот эта вторая функция, рекламная функция, является двигателем экономики. Она позволяет реализовать продукцию, и если какая-то продукция не идет, можно просто улучшить качество продукции, а можно сделать лучшую рекламу. До определенного момента реклама помогает, но когда уже совсем плохие товары вы пытаетесь продать, тогда и реклама не поможет. Но тогда вы поймете, что надо что-то сделать с товаром, улучшить товар. И вот новая роль газеты по существу была открыта тоже Жерарденом. Два направления. Информация и вторая – реклама. То есть, тоже информация, но о товарах. И вы должны помнить, что реклама является не только экономическим фактором, но она действительно является информацией. И многие читатели, покупая газету, скажем, «Московский комсомолец», они хотят получить там не только информацию о том, где кто кого убил или застрелил, но и о том, где что можно купить. И иногда самые неожиданные люди покупают газеты, чтобы узнать, где они могут получить свой товар. Вот я видел группу недавно молодых людей, которые подошли уже навеселе к киоску газетную и говорят, где эта газета, где я могу узнать, куда я приду. Мне там нужны определенные места. Говорят, я хочу эту газету купить. Его интересовали совершенно определенные услуги. Вы понимаете, эта газета, его не интересовали события в Дании или в Бангладеш. Его интересовало вот места, где он развлекается. И это тоже информация, но эта информация называется рекламой, объявлениями. Таким образом, в XIX веке происходит открытие законов прибыльной экономики газеты, открываются законы издания газеты, которые действуют пока еще и в 21 веке, ну, почти два века спустя. Хотя, конечно, роль прессы
сегодня в распространении рекламы поддерживается еще телевидением, интернетом и другими, и появляются иные еще методы рекламы. Но, тем не менее, газета остается самым главным распространителем рекламы. Скажем, в Соединенных Штатах, если говорить о распределении рекламы между разными средствами массовой информации, печать, газетами, радио, телевидением, журналами, на первом месте по-прежнему стоят газеты. Поэтому газеты печатают новости, но, кроме того, они печатают рекламу. И это важно. А реклама делает газеты прибыльными и делает профессию журналиста достойным занятием, которое оплачивается достойным образом из-за доходов, которые получает газета. И вот эта революция в газетном деле, когда появляется дешевая газета, приносящая прибыли, происходит в XIX веке в два приема. Первый прием был вот в 30-е годы. Жирарден его представлял. В Америке такую газету издавал Джей Дэй. Он издавал, газета эта называлась «Сан». «Сан». Что по-английски означает «солнышко». И с 36-го года, это, с 33-го года это «солнышко» засветило вот, в Нью-Йорке и стало продаваться эта газета по одному центу и сразу приобрела большой тираж за счет рекламы. И вот открытие возможностей издания дешевой газеты благодаря рекламе стало фактором, который привел к созданию дешевой и массовой прессы, доступной людям, даже очень бедным. И я обращаю вас на это внимание. Два этапа. Первый этап, когда начинается только эта ситуация, 30-е годы. В это время такие газеты издаются в Америке, во Франции и в Англии. Но интересно, что печатают в этих газетах? Что печатал Жирарден в газете «La Presse»? Он печатал «Дюма», Бальзака, Жорж Занд. В Англии издается газета Daily News, ежедневные новости. Ее редактором становится человек, которого вы все знаете и даже, наверное, читали в детстве, Чарльз Диккенс. И эта газета становится массовой. Вы представляете, в начале для привлечения читателей к газете использовались книги замечательных писателей. Прочитать «Трех мушкетеров» в газете – это занимательно, это интересно. И вот этими текстами привлекали первых массовых читателей газеты. Что это означает? Во-первых, это означает интерес к литературе и наличие литературы, которая заставляет людей покупать газеты. Вот открытие доступности литературы – и ценности литературы для развлечения, для развития, для удовлетворения своих интеллектуальных способностей совпало с развитием массовой газеты. И первые массовые газеты печатали достойные тексты. Ну, «Три мушкетера», может быть, это не человеческая комедия Бальзака, но и Бальзака он печатал, и Жорж Занд, и других замечательных писателей, Чарльз Диккенс. И сегодня великий писатель, который был учителем и для Толстого, и для Достоевского, интересный. И вот выдвижение литературы как привлекательного для читателя момента было особенностью первой волны массовой прессы. Эта первая волна, с одной стороны, была коммерческой, с другой стороны, приносила и определенный интеллектуальный аспект, развивала интеллектуально общество, приобщала людей к чтению интересной и полезной литературы. Конечно, эта литература была рассчитана на массового читателя,
Оливер Твист, Пиквикский клуб, по-разному развлекают. Одни сентиментальность, другие весельем, как Пиквикский клуб. Но это было важно для читателей. И читатель покупал газеты ради Диккенса, ради Александра Дюма и других. Это была первая волна. При этой первой волне газеты получали прибыль, но тиражи были относительно большими, 100 тысяч, 120, 150 тысяч. А вот затем, в 60-е годы, наступила вторая волна массовой прессы. Эта волна вторая была связана с появлением новых печатных станков, более мощных, с появлением цвета. И так вторая волна наступает в 60-е годы. В 66-м году газета «Фигаро», французская, из газеты еженедельной превращается в газету ежедневную. Это была достаточно серьезная политическая газета, но она, опираясь на рекламу, создает новый стиль подачи материала. Газета приспосабливает свою верстку для удобного чтения, и появляются новые массовые газеты, в которых больше рекламы, и которые организованы другим образом, более легко читаются даже самыми необразованными людьми. Итак, появилась вторая волна прессы. В чем особенности этой второй волны? Они заключаются в новом качестве коммерциализации прессы. Когда издавал газету «Жирарден», это была мануфактурная, я бы сказал, коммерциализация. Коммерция для одного издателя. И он одну газету делал, сам договаривался с писателями. А вот уже в 60-е годы коммерция приобретает более основательный, серьезный характер. Издательское дело становится крупным бизнесом. Газеты становятся настолько прибыльными, что создаются концерны, объединения, которые позволяют издавать газету более экономно, больше платить гонорары авторам, и это позволяет им также становиться более привлекательными. Появляются еще дополнительные факторы. Если раньше, в 30-е годы, газеты иллюстрировались с помощью техники рисунка в основном, то после изобретения фото даггером появляются фотоиллюстрации. Они дают новый стимул популярности прессы, делают ее более доступной для аудитории. И вот появляются станки более мощные. И особенно важно, растет промышленное производство. Оказывается, что газеты растут по тиражам не только потому, что они интересные, и потому что легко их печатать, но и потому, что растет экономика. Газета все больше выявляет свою связь с развитием экономики. Вот у нас пресса. Почему она в таком тяжелом состоянии? Почти никто из вас сегодня не читал утреннюю газету. Поднимите руку, кто читал газету утром сегодня. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, раз, восемь, девять. И это будущие журналисты. Это смешно? А почему вы не читаете газеты? Потому что вы, конечно, ленивы, это первое. Во-вторых, некоторые из вас даже смотрят интернет. Кто смотрел утром интернет? Немногим больше, чем те, кто... И, по-моему, те же, кто читал газеты, те и смотрел интернет. Это закон, кстати, чтения и пользования информацией. Тот, кто читает газету, смотрит телевидение, слушает радио и смотрит интернет.
Тот, кто не читает газеты и ничего не хочет знать, это закон, установленный исследователями журналистики. Но вот появляется связь с развитием. У нас дорогие газеты, у нас мало рекламы, поэтому экономика нашей прессы слаба. Вот когда у нас будет больше рекламы, больше производится товаров, нужных, разных, и для молодых людей, и для молодых дам, и для престарелых пенсионеров, тогда в газеты будут читать с большим вниманием, стремясь купить самые красивые, самые модные, самые интересные, самые дешевые товары. Это будет полезная информация. Пока нет ни товаров, ни информации. И газеты влачат достаточно жалкое существование. Прибыльных газет в Москве очень мало. И вот в 60-е, 70-е годы происходит скачок в развитии экономики западных стран, западноевропейских стран, прежде всего, и Соединенных Штатов Америки. Появляется обилие товаров на рынке и потребность в рекламе. И потребность в рекламе заставляет шевелиться и очень консервативных издателей газет. Они начинают осознавать, что можно заработать большие деньги, пользуясь той рекламой, которая стала доступна. И новая волна массовой прессы связана с новой волной в развитии экономики, с новым шагом в развитии товаров широкого потребления. Дешевых, не таких дешевых, как сегодня, но дешевых по сравнению с тем, что было в 30-е годы XIX века. И вот вторая волна меняет во многом и внешний вид газеты. Дело в том, что газеты 30-х годов печатались так же, как книги. Вот такие же столбцы идут до конца страницы, потом переходят страницы. Ну, как очень примитивно. А вот в 60-е и 70-е годы внедряется новая верстка. Появляется то, что теперь называется дизайном. Тогда это не называли дизайном, называли это искусством метранпажей, тех, кто оформляет газету. Но это искусство позволяло делать привлекательную газету для читателей. Газета заботится о том, чтобы самые главные новости были выделены. Появляются заголовки на полосах газет. Французские газеты начинают делить отделы свои по отдельным полосам. Вот полоса иностранные новости, полоса внутренней информации, полоса экономическая, полоса, посвященная приключениям, литературе и так далее. Газета теперь напоминает немножко магазин по рекламе. Когда в магазин вы входите, особенно большой, там на каждом этаже рекламируются свои товары. И вот газеты тоже определяют этажи для своих полос. Где что рекламируется, где о чем что пишут. Газеты перестают быть сплошным текстом. Они делят свой текст таким образом, чтобы выделить главные новости, новости, которые привлекают всех, новости для избранных. Они печатают там, где эти люди, интеллигентные и грамотные, могут их найти. А для невежественных, которых нужно ткнуть носом в эту информацию, они печатают большие рисунки для рекламы, чтобы знали, что это пальто, а не ботинки. И, соответственно, чтобы там было указано, сколько они стоят, и где можно купить, и как туда доехать. Это вот меняет внешний облик газеты. Газета приобретает качество путеводителя, и метранпаж, верстальщик, становится важным человеком, который начинает создавать в газете путеводитель по магазинам. И это меняет верстку газеты. Вам могут рассказывать специалисты по верстке свои версии того, как эта верстка создавалась. Но главное – заставить читателя купить то, что ему нужно, и что выгодно
для издателя, за что он получит большие деньги. А теперь за хорошую рекламу, изданную большим тиражом, владельцы получают настолько большие деньги, что вложение денег в газетный бизнес становится выгодным. Появляются наряду с нефтяными миллионерами, нефтяными магнатами, газетные магнаты, газетные воротилы, капиталы, люди, которые ворочают большими деньгами. Их по-разному называют. Вот у нас сейчас в России тоже появились люди, которые вкладывают деньги в газеты. И наше Министерство культуры, у него есть такое федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям, оно имеет отдел Public Relations. Я вот недавно смотрел их сайт, и на этом сайте есть неожиданный раздел, который называется «Акулы медийного бизнеса». Оказывается, у нас тут вот на московской среднерусской возвышенности появились акулы. Раньше акулами называли только американских империалистов. Акулы империализма, они хотят нас заглотать и съесть. А теперь появились акулы газетного, медийного бизнеса, которые вкладывают деньги, чтобы вот съесть рыбку поменьше и больше прибыль приобрести. У нас появляется вот это бизнес газетный. В Англии, во Франции и в России он появился раньше. В России в 80-е, в 90-е годы прошлого века, позапрошлого века, 19 века, в начале 20 века тоже появились первые акулы газетного бизнеса. Сытин, Суворин и многие другие. Но вот у нас сейчас эти акулы появились, и там вы можете прочитать их имена. Газета становится выгодным бизнесом. Это способствует изменению и внешнего вида газеты. В газету приходит художник, в газету приходит иллюстратор. Газета изучает не только потребности в товарах у своих читателей, но и то, как они читают газеты. И выясняется, что если вы печатаете большой заголовок на первой полосе, этот заголовок привлекает читателей. Это пока примитивные способы дизайна газетного, но он развивается. Газета превращается уже в товар, который близок к искусству хотя бы дизайна. И это доказывает место газеты. Так происходит со всеми товарами. Если вы вспомните, как первые иконы выглядели, просто были рисунки, где по памяти рисовали святых. Их люди в Риме жили такие, которые видели Петра, Павла, потом по памяти они рисовали иконы. А потом эти иконы превратились в высокое искусство. Их продают по огромным ценам, и сейчас они очень дорого стоят. И наши иконы тоже. А вот здесь вместо икон броские заголовки, рисунки, посвященные преступлениям и прочим. Что появляется нового в содержании газет в 60-е, 70-е, 18-е, 80-е годы 19 века? К сожалению, увеличение тиража и увеличение объема рекламы оказывает противоречивое воздействие на содержание газеты. Читать газету начинают не только светские дамы, которым нужны там изысканные шляпки и платья. Начинают читать газету белошвейки, работницы с фабрики модельной обуви или с фабрики такого фабричным образом изготовленного платья. Аудитория демократизируется. Она становится не столь изысканной и не столь разборчивой. Ее уже не привлекает Диккенс. И они не хотят Диккенса и даже Дюма читать. Им нужно что-то по, как теперь говорят, круче. Что-то еще более бьющее на нервы. Появляется новое качество в этой прессе. Ее уже испытал издатель «Сан». Он
попытался выяснить, что происходит на Луне. Для этого он не посылал космонавтов или астронавтов на Луну. Для этого он посмотрел в потолок и с потолка собрал сведения о том, кто живет на Луне, и сообщил, что там живут особого рода обезьяны, и описал их, как они выглядят. И эта фантастика тогда привлекла читателей газете «Сан». Это был уровень 1833 года. В 1870-1879 году нужно было писать уже не о людоедах на Луне, а о людоедах на Земле, о тех, кто ворует, убивает, насилует на Земле. Появляется вот эта самая кровь и преступление в газетах. Массовая пресса создает культуру массовую, газетную, которая полна материалов о преступлениях, о кражах, ну и заодно о великих художниках, о тех, кто привлекает к себе внимание. Создается культура этой массовой прессы. Это первые шаги происходят массовой культуры. Теперь привлекают не Диккенсом, и не Текереем, и не писателями замечательными конца века, скажем, даже Киплингом, хотя Киплинг был очень популярен, привлекают вот этими скандалами, происшествиями из жизни знаменитостей, из жизни парламентариев, правителей и так далее. Создается вот этот скандальный стиль, на котором зарабатываются деньги. Таким образом, в 20 веке происходит, с одной стороны, оформление свободы печати, признание ее и даже создание законов о свободе печати. Создаются экономические условия для того, чтобы сделать газету доступной для всех. Газету доступной для всех сделали два таких учреждений. Школа, которая научила людей читать, и журналисты, которые нашли такие материалы, которые может читать даже человек, который только научился различать буквы и преимущественно смотрит картинки в газете. Создается вот эта культура массовая, рассчитанная и на невзыскательного читателя. Но он нужен журналистам. Почему они так падают низко? Потому что им нужно заставить читателя покупать и газету, и рекламируемую в газете продукцию, товары. Происходит коммерциализация одновременно газеты. И в то же время появляется новый вид газеты. Газета выполняет новую функцию, я вам уже об этом говорил, функцию экономическую, она становится частью экономического механизма. Экономика не работает в конце 19 века без газеты. Нельзя развивать экономику, не имея газет, потому что вы не сможете реализовать свою продукцию. У вас будут тухнуть продукты, терять привлекательность товары, если вы их вовремя не продадите. А вы их не продадите, если не будет рекламы. Реклама становится важнейшим элементом экономики капитализма, развивающегося и развитого. И это тоже очень важный момент и фактор. Таким образом, 19 век становится веком газеты, веком газетной культуры, веком свободы печати осознанной, веком, когда слово не только информирует, но и работает в экономике. Не только слово, но и образ. Меняется и оформление газеты, и это важные все и нужные факторы. Теперь мы должны перейти к характеристике развития газет по странам и коснуться еще одного момента. В 19 веке, особенно к концу его, внедряются демократические порядки. Выборы
становится важной частью политической жизни. Первой страной, где выборы играли такую важную роль, как вы знаете, была Великобритания, где две партии соперничали за места в парламенте – Виги и Тори. И в этой борьбе за места в парламенте начинает все активнее участвовать печать. Печать, будучи фактором развития экономики, становится важным фактором развития политической жизни. Благодаря политической рекламе, благодаря участию в предвыборной кампании. Конечно, прежде всего на выборах в английский парламент действовали такие, знаете, люди, которые умели хорошо говорить. Златоусты, которые могли убедить свою аудиторию в том, что они могут объяснить, в чем суть той или иной деятельности той или иной партии, чем она отличается от другой, и какие выгоды принесет голосование за эту партию тем, кто за нее проголосует. И политическая пропаганда становится важной частью деятельности журналиста, и появляются журналисты, специализирующиеся на парламентской тематике, на политической пропаганде. Это новый фактор. И больше того, некоторые газеты становятся активными проводниками политики отдельных партий. Политические партии издают газеты и становятся важными игроками в газетном деле. Появляются политические газеты и партии политические. Итак, кроме торговли, кроме экономики, развития культуры, пресса участвует и в развитии политической жизни. И прежде всего в развитии института демократии. Потому что никто не может всем разъяснить всего о политике партии так успешно, как газеты. Газета стоит дешево, ее читают, в конце концов, многие люди, в конце века большинство населения, и чтобы донести свои идеи до избирателей, газеты используются как важный инструмент. Создается партийная пресса. И затем мы будем с вами рассматривать судьбу этой партийной прессы в 20 веке.